Я когда-то строил мост. Прости? Ну, мост. Да, я не знал. Я был инженером тогда. Угу. Мост между Дилсботтом, Огайо, и Маунтсвиллем, что в Вирджинии. Высотой 912 футов над Огайо-Ривер. За день по нему проезжают 12 тысяч людей. И он экономит 35 миль пути в один конец. От Виллинга до Мартинсвилля. Это приблизительно 847 миль пути в день. Или 25 миллионов 410 тысяч миль в месяц. И 304 миллиона 920 тысяч миль в год. Вот так вот. Я сдал этот проект в 86-м, 22 года назад. Если все подсчитать, это 6 миллиардов 708 миллионов 240 тысяч миль сэкономленного пути. Ну, возьмем давай 50 миль в час. Это сколько? Это 134 миллиона 164 тысячи 800 часов. Или 559 тысяч 20 дней. Этот маленький мост сэкономил жителям тех двух городов где-то 1531 год их жизни, не проведенных в дороге. Представляешь, 1531 год. Ужас.